В день городского округа Люберцы представители компании «Мегафон» провели акцию под названием «Включайся». Презентация нового тарифного плана сопровождалась веселыми конкурсами и интересными викторинами. Без подарков и фото на память не остался никто. Добрый день, дорогие люберчане! Компания «Мегафон» поздравляет вас с Днем города! И не просто поздравляет, а создает условия, чтобы этот день прошел позитивно, интересно и запомнился надолго. В гостях у «Мегафон» занятие по душе смог найти каждый, независимо от возраста. Поиграть в интеллектуальную игру, сделать новый снимок для Инстаграм и поучаствовать в музыкальном конкурсе. А чтобы не остаться в это время без связи, заботливые сотрудники компании предлагали зарядить мобильный телефон. Нужно, конечно же, развлекать народ, нужно предоставлять им какую-то возможность вырваться из общественного такого ритма жизни рабочего, школьного, учебного, да, и предоставить им возможность отдохнуть, потому что День города – это все-таки момент, когда люди должны праздновать. Новый тарифный план от «Мегафон» включает в себя несколько опций. Подобрать выгодное предложение могут абоненты с различными потребностями, и любители смс-переписок, и активные пользователи интернета, и просто общительные люди. Я являюсь абонентом «Мегафона», и мне было очень интересно поучаствовать в данной акции. Ну, конечно, да, с одной стороны, и призы хотелось получить. Подобные акции компания сотовой связи провела в нескольких точках Москвы, а также в различных городах столичного региона. Стоит отметить, что за первое полугодие 2017 года трафик мобильного интернета 4G вырос в Химках на 50%, в Балашихе на 30%, а в Люберцах на 25%. Учитывая рост трафика, в этих городах ведется активное строительство базовых станций. Благодаря высокому качеству связи абоненты «Мегафона» смогут беспрепятственно пользоваться мобильным интернетом. Зайги Азарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.